дорогие друзья. Спасибо большое за теплый прием, за то, что вы здесь, за то, что пришли и выбрали нас послушать, отдали нам свой вечер. Мы вам отдаем свой вечер, свою энергетику. Мы все называемся группой Connection. Сегодня для вас в составе этой группы будут играть Александр Попий на гитаре, Юлия Перминова на гитаре, Владимир Кольцов-Крутов на контрабасе, Саша Машин на барабанах. Мы начали произведение с произведения, которое называется «По Сидор», американского пианиста, живущего в Нью-Йорке, которого зовут Дэвид Хазелтайн. Пьеса, наверное, посвящена Сидору Уолтону, это другому пианисту, постарше, по легендарнее, я бы сказал, человек, который вложил много джазовую музыку в историю джазовой музыки. Хазелтайн посвятил ему песню. Продолжим мы с песни, относящейся к моей нации. Да, вот так вот. Написал ее Рустем Яхин. Очень красивая мелодия, татарская, будет называться «Где ты была?». Я ее чуть-чуть там подработаю. Thank you.
лирическую пьесу мою, которую я посвятил давно одной красивой девушке, которая замужем не за мной. Так бывает. А пьеса будет называться «Для чувств не нужны знания». Все на английском, уже забывается, как на русском. Thank you.
Спасибо вам, что пришли. Мы сейчас сыграем еще одну пьесу. В конце первого отделения дадим вам, самое главное, нам отдохнуть. Пьеса будет называться так же, как называется коллектив, товарищество, Connection. Александр Попий приехал сегодня специально из Питера. Отменил все свои гастроли и пришелся к нам на концерт. Взял с собой даже две гитары.
Мы еще вернемся к вам. Спасибо. Спасибо, что вы еще с нами, не разбежались. Мы начнем второе отделение с произведения американского гитариста, которого зовут Курт Розенвинкель, очень известный, популярный и хороший гитарист. Почти как Александр Попий. Он еще не дотягивает, чуть-чуть позанимается. Произведение называется «Homage Mitch». Это посвящение Mitch, не помню как фамилия, владельцу клуба Smalls в Нью-Йорке. Smalls — это клуб, который сейчас гремит страшно по всему миру. Все смотрят такие же трансляции. Там куча очень известных и неизвестных ребят, которые играют. Все стараются туда попасть. Я когда был на уикенд, когда пятница, суббота, выстраивается очередь в полулице, чтобы войти в Smalls. Просто ажиотаж какой-то. Вот посвящение человеку, который создал этот клуб, который какое-то время у них был перерыв в 90-е годы, вот они потом снова открылись. Посвящение вот этому Митчу. Написал Курт Розенвинкель. Thank you.
Спасибо, спасибо, спасибо. Сейчас будет пьеса, которую мы только один раз играли. Написал ее Александр Попий. Мы ее играли в ноябре прошлого года. Поэтому никто уже ничего не помнит. Можно сказать, премьера еще раз. Песня будет называться «Endless Stage». Просто сыграем. Александр Попий. Thank you.
Пьесу, которую написал саксофонист, с которого у меня все начиналось, моя любовь к джазу. Его зовут Джошуа Редман. Теперь я его не люблю. Но, в смысле, раньше я его любил больше, чем сейчас. Но это мнение каждого. Именно эту песню с альбома 95-го года мы сейчас сыграли, которую мне очень нравилась. Пьеса будет называться «Подожди». «Подожди, не больше».
We'll be right back.
большое удовольствие играть на Александр Попий. Юлия Пельменова. Владимир Кольцов-Трудов. Саша Маша. Это у нас от Белита. Спасибо, спасибо, еще раз спасибо. Приходите на наши концерты. Приходите на джазовые концерты, поддержите джазовую музыку. И все это нас дальше. Спасибо.